Улучшить дидактику и методики обучения. В Байкальском институте БРИКС Иркутского политеха начала работу летняя школа повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного из Монголии. 31 педагог из общеобразовательных школ Народной Республики в течение почти месяца будут изучать методы эффективного преподавания русского языка монгольским школьникам. С Россией и Монголией дружим очень много лет. Мы считаемся как братья вообще. И в Монголии сейчас в общеобразовательных школах с 9 изучают русский язык, а с 10 до 12 класса по собственному выбору учеников изучают русский язык. Поэтому во всех образовательных школах так изучают. Поэтому русский язык для нас очень важен, и поэтому повышение квалификации учителя русского языка тоже в связи с этим очень важно. Кроме непосредственно лекций и практикумов в рамках летней школы, для участников будут организованы экскурсии для знакомства с Эрнету, в музее города, на озеро Байкал, посещение знаковых мест столицы Приангарья. Авторы проекта говорят, что насыщенная программа летней школы поможет сформировать положительный имидж Иркутского политеха и города Иркутска, где можно не только получить качественное высшее образование, но и комфортно и разнообразно жить и путешествовать. Знакомство с вузами России все равно идет через учителей. То есть и личный опыт учителей, о котором они могут рассказать, с которым они могут поделиться, он, конечно, будет иметь большое значение, потому что личное мнение, да, личные впечатления, которые будут переданы, они гораздо больше дадут информации, чем просто посещение сайта или информация из интернета. У Иркутского политеха давние и крепкие отношения с Монголией. Уже много лет вуз готовит кадры для экономики соседей, а образование, полученное в Иркутске, высоко ценится у монгольских работодателей. Выпускники Эрнету занимают высшие руководящие должности в правительстве страны и на крупных промышленных предприятиях. И спрос на образование в Иркутском техническом продолжает расти. Поэтому эффективное преподавание русского языка в общеобразовательных школах Монголии сэкономит время будущим абитуриентам на адаптацию и освоение языка и позволит сразу приступить к основному обучению.